welcome the fighter from the blue corner, Daniil Илькевич! И начинается у нас следующий поединок по ММА, третий сегодня, между Даниилом Илькевичем и Мурадом Курбановым из России. Первый в синий угол, добро пожаловать, Даниил Илькевич, Республика Беларусь. Для него это профессиональный дебют, он является победителем Contender Series BFC, то есть еще один молодой парень, который поднялся с начинающего турнира профессионального, который подготавливает профессиональным главным боям у нас на турнирах BFC, и сегодня он оказался здесь, а противостоять ему будет сильнейший боец из России Мурад Курбанов. His opponent from the red corner, Мурад Курбанов! А вот и Мурад Курбанов, которого мы только что представляли. Представляет он Россию. Рекорд у него 2 победы, 2 поражения. Является призером чемпионата Дагестана по тайландскому боксу, победителем международных турниров по ММА. Ну, в этом бою однозначно Мурад выглядит фаворитом, он по опыту своего соперника. Даниил является молодым парнем, который не побоялся выйти против опытного соперника и попробовать проявить себя в этом бою. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's 170 centimeters tall, he's a professional weight. 56 kilos, 19 years old, and this is professional debut. Даниил Илькевич! And his opponent from the red corner. He's 175 centimeters tall. He's a professional weight. 55 kilos. 43 years old. He has 2 wins and 2 loses. Мурад Курбанов! И уже совсем скоро начнется наш третий поединок по ММА между Даниилом Илькевичем, для которого это профессиональный дебют, и Мурадом Курбановым, у которого 2 победы, 2 поражения. Можно сказать, тоже такой как бы чистый рекорд, да? Нету побед, да, как бы. Я думаю, сегодня Мурад постарается его исправить, да, в положительную пользу. Я имею в виду, да, что нет положительного результата. Согласен, да, ли с этим Даниил? Но для него посмотрим. Это уже 5-й бой. Ух, смотри, начинает хорошо. Оверхенд закидывает Мурад. По корпусу старается тоже работать. Ох, вот такой подсек. Пробивает Мурад. Подловил. Встает Даниил. Подопорно подловил во время того, как Илькевич пытался ударить. Прессингует Мурад, работает. Видна школа тайландского бокса, то есть лоу-кики пробивает, работает руками хорошо. Ой, колено какое! Колено прилетело! Ну смотри, опасное колено было. То есть, это уже второе колено мы с тобой видим, да? Сегодня, да. Сегодня очень много колен в исполнении бойцов. Ну, вы прям, меня прям, уж простите прям, за прям такие очень, эмоции. Прям очень опасно пролетело просто. Это прям вот очень возле опасно. Нас было, и мы видели, как это было опасно. Я не сдержал эмоции и начал уже тут орать во все горло. Ой, попадает Мурад. Смотри, ну пытается Даниил перевести паттерн. Но оказывается, но сверху, снизу... Сверху остается Мурад. Да, маунт, сверху маунт. Сейчас будет пытаться добивать он своего соперника. Пытается... Ну, смотри, мастит Даниил, на руку выходит Мурад Курбанов. Смотри, не дает Даниил, оказывается сверху. Молодец. Молодец, Даниил. И опять они переворачиваются, кто же окажется в выгодной ситуации. Ребята пробуют сделать ахилл. Оба как-то. Ахилл пробуют делать, оба да? Пытаются, ну да, смотри, вот не очень выход. Правильно. Ой, скрутка, пытается скрутить пятку, да. Сейчас.
очень опасно так. Ну, видно, Юркевич, наверное, ударник больше, потому что не очень правильно он забирал ахилл. Далеко. Честно, не ожидал я такого сопротивления от Илькевича. Честно тебе признаюсь, Андрей. Парень молодец. Молодец, молодец. Противостоит такому опытному оппоненту из России. Более опытному оппоненту. Да. Такая завязка непонятная у ребят. Такими несильными ударами добивает сейчас Мурат. Они такие, знаешь, тычки больше. Они неприятны, но они наносят мало урона сопернику. Ну, наносят. Баллы-то он точно забирает. Пытается. Пытается вот добивать. Да. Сейчас уже более четче акцентированно добивает Мурат. Пытается выйти в хорошую для я себя думаю, позицию. Я думаю, хорошая позиция локтями добивать. Почему не работает Мурат локтями, интересно? Смотри, обходит ногу, улучшает свою позицию Мурат. Сейчас будет пытаться он добивать своего соперника. Вот сейчас он попытался ударить локтем, как я тебе говорил, Андрей, что хорошая позиция. Ну, пытается выкрутиться, не дает. Ну, завязывает его Даниил в партере, не дает ему работать, не дает ему добивать себя. Ну, вот сейчас вот пару хороших ударов попадает. И сбоку Мурат хорошую позицию забирает Мурат. Сайд-контроль полностью Мурат. И отсюда можно что-то развить сейчас интересное. Сейчас посмотрим, как он будет развивать свою атаку, как он будет пытаться или финишировать соперника, или добивать. Очень изворотливый в партере Даниил. Борется до конца, пытается завязать соперника, не дать ему преимущество. Обратно садится в фулл-маунт Мурат. Держит, придерживает его Даниил. Достает практически шею сейчас Даниил. Сверху уже находится Курбанов. Уже сверху вот. Находится и пытается вот сейчас выйти будет пытаться на руку. Опять. Да, на руку выходит. И вот сейчас... Я думаю, все. Все. Мастерски да. Провел болевой на руку Мурат. Видна хорошая база борьбы. Хотя он, наверное, больше из тайландского бокса все-таки. Но видишь, ММА надо как-то еще уметь все. И, в принципе, Мурат, видно, парта тоже поднабрал. Dear ladies and gentlemen, in this fight, winner by submission, Murat Kurbanov! Murat. Тотальное доминирование, здесь нечего даже разговаривать на эту тему. Шикарный бой, отличная техника, мы поздравляем тебя с победой. It was a wonderful victory, it was wonderful techniques, total domination, congratulations with this brave victory. Немножко твоих комментариев про бой. Just a few comments of you. Спасибо большое за, так сказать, комплименты. У меня был годовой простой и... Поэтому чуть в первом раунде, честно сказать, задышал. Вот, если... И очень хочу поблагодарить своих родителей. Наверное, они не смотрят, но я не предупреждал. А также хочу поблагодарить всю Беларусь за такой теплый прием, за возможность, которую нам предоставили. I want to thank all Belarus and BFC for the opportunity to be here and want to thank my parents. Who probably will not see me right now because I didn't tell them I will fight. And also I want to thank everyone who supports me. I had one time stop in my career. Еще хочу поблагодарить свой весь тренерский состав,
команду СКБ «Акула», город Москва. Также команду с Махачкалы, Гашимов Тим, которые на протяжении многих лет со мной ходили, помогали мне во всем. И сейчас я восстановился, продышался. Через месяц-два я еще буду готов выйти на арену и показать, так сказать, also, более лучшую версию also себя. Also, I want to thank my team in from Moscow and Makhachkala. Now I get back and probably in one or two months I will be ready to give a show. И еще одно в конце. Всем Аслан Гашимов, Азамат Гашимов, Абубакр Галимов, Малик Абдулбеков, Керимов, Кавказ, их много. Маршал Савчук, Рамиль Арусланов, Илья Хохлов, всем салам алейкум. И благодарность Антону, который дал мне такую возможность, и вам. Все, до новых встреч, как говорится. До новых встреч. Пожалуйста, я чуть подзабыл на эмоциях. Мой брат Элтон, никто не поверит, но мы с ним на ринге познакомились. И вот третий год он со мной помогает. Баркала тебе за то, что ты пришел. Всем салам алейкум, кто здесь. Добрый день, так сказать, добрый вечер. Отлично.